понимать. Обижаться ни на кого не надо в жизни и на жизнь. Ты еще живешь, что тебе еще нужно? А потом я человек к еде не требователен, к быту не требователен. Угу. Мы жили-жили. Покойница, уже 20, наверное, лет с лишним прожили. Ты хоть бы меня понимаешь когда-нибудь, как следует отругал бы, чтобы я хоть посмотрела бы, какой ты злой бываешь. Угу. А потом, ой, тут, наверное, ты на меня за что-то обижаешься. Раза 4 говорил за свое время. В чем? Ну, никогда не скажешь, что сготовь мне то-то или готов мне то-то. Что я готовлю, то ты и ешь. Я говорю, значит, хорошо. Это то, что готовишь, то, что мне и нужно. Бытовые ссоры. Она еще когда замуж уходила, говорила, у меня хороший характер, давай жить никогда не ругаться. Принимается, но с поправками, пойдут дети, а это разные взгляды будут на одних и тех же детей по-разному. Может, еще что-то в жизни, я говорю, все одинаково. Давай любое дело, которое у нас между собой сразу не находит общего взаимопонимания, отставим до завтра, до послезавтра, не доводить до конца. Интересно. Не прыгать, что вот я, понимаешь, по-моему вышло. Так привыкли к этому. Жизнь сложная штука. Да, поэтому. Но никогда не надо, понимаешь, самое. Лезть в душу ни к соседу, ни к кому. Живи своей головушкой, только не давай ей уклоняться в неправду. Старайся как-то идти своим путем. Да. А потом пришло время, вроде материально стали жить неплохо, дети подросли, все вроде хорошо стало, здоровья не стало, жить некому. А потом к человеку надо же привыкнуть. Жить по-собачьему я не мог, потому что не с моим характером, как некоторые гайд-райд, а потом, понимаешь, как нигде не бывал. Не переживают. Так вот и прожил. Солдаты с кровавым не пришедшие полей, и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы
замолкает, глядя в небеса. Когда-то, а превратились.